Ну, для справки, я телец года быка. Мало того, я еще и езжу на автомобиле марки Торус. То есть я трижды телец. Очень злое такое чудовище. Особенно оно становится злым, когда его пытаются там прошвырнуть, разменяв наш замечательный телеканал «Звезда» и меня на другой телеканал. Вот. Поэтому я вам так скажу. Ребята, нет абсолютно никакой необходимости ехать ни в какую сторону озера Соленое за низкими ценами. Мы вам открываем улицу Бехтерева, 8, и магазин «Гараж». Да, естественно, он не в 3 этажа и не несколько тысяч квадратных метров, но здесь и нету затаривания абсолютно ненужным товаром, который просто вытаскивает деньги из вашего кошелька. Дело в том, что я покатался по городу и скажу честно, автомобильный бизнес в городе Магнитогорске, он вот такой нулевой, не, вот ноль. Вот. Пришлось проехать и так, и наперекосяк. Вот. И только несколько человек фактически имеют нормальное, адекватное отношение к телевидению и понимают, что это за сила. Так вот, с сегодняшнего момента мы раскручиваем новый магазин «Гараж», который располагается здесь, на улице Бехтерева, 8. Для успеха предприятия главное, чтобы говорили, а лучше показывали. Вопрос, кто показывает и как. Ну, скоро Магнитогорск получит полное информационное болото, и выбора между телевизионным отстоем не будет. А пока можно попросить остатки былой роскоши поделиться славой и крутануть бизнес. Я тут особо в себелюбии не распыляюсь. Тем более мне себя любить-то совсем не нравится. Некого, если что. Но народу надо знать. А я и работаю для народа. Когда-то здесь на Вехтерево 8 был замечательный магазин «Грузовик». Сегодня грузовики уже наши не в почете. Дело в том, что люди все-таки предпочитают ездить на хардлайнерах, на новых манах, на Рено и на Сканиях. Поэтому магазинчик прекратил свое существование. Но сегодня это магазин «Гараж». И он показывает всем, что, оказывается, можно спокойненько в любом месте раскрутиться, да еще как раскрутиться, особенно если привлечь телевидение. Привлечь телевидение и продемонстрировать сверхнизкие цены. К примеру, на масло Mobil Super 3000 1140 рублей за 4 литра. Кстати, есть и совсем хлебные цены на самое хлебное масло Лукойл. А конкретно 443 рубля за 4 литра полусинтетики 5W40. Курите, конкуренты. А так, главная тема «Гаража» в гаражном месте – это самые низкие цены. Только телевидение прекращает свою деятельность, ну, нормальное телевидение. Дело в том, что ну ладно, что у нас журналистов-то нету, авторы были, а сегодня им тоже нехорошо. Вот. И я начал задумываться о том, что же делать на пенсии. Так вот, на пенсии лучше всего все-таки иметь собственную мойку. Потому что это хороший бизнес, каждый день несколько тысяч рублей. Другой вопрос, с кем работать. Предлагаем магазин «Гараж». Он стал официальным дилером по продажам автомобильной косметики. Да и как показала практика, нужен не ассортимент. Машине он в грамотных руках-то вообще не нужен. Нужно масло, фильтра, тормозные колодки, свечи и провода. Это есть. Цены вниз. Самый простой способ заработать деньги вместе с автомагазином «Гараж». Этим делом занимаются кто? Владельцы заправочных станций. Дело в том, что не замерзайка здесь, минус 30, которая, 4 литра стоит 70-10 рублей. Самая низкая цена в городе. Что делают владельцы заправочных станций? Они приезжают, покупают его здесь, накидывают еще 100 рублей. 100 рублей нормальная, да, наверное, оценочка. Вот, и все. И вы уже попадаете на деньги, естественно. Но вместе с «Гаражом» на деньги вы не попадаете. В том числе и не попадаете на проблему со спиной. Потому что я сейчас привстану. Вот. Утеплители на сиденье особенно актуальны для владельцев автомобилей с типа кожаными салонами. Поверьте, это не типа кожаный салон, это кожезаменитель. Накинули Горыныч, Егорыч, или он маленький есть, Емелька, для ребеночка. И все, он уже садится в теплое помещение. Вот. Ну а раз у нас зима уральская, и скоро будет и минус 35 в том числе, то автомобильные утеплители, которые не сгорают, не надо фуфайку никуда кидать. Просто накинули на двигатель, и двигатель охлаждается в 5 раз дольше. Да и на прогреве экономит до 20% бензина, а зимы-то у нас длинные. В остальном конкретная проверка показала. «Гараж» имеет полное право на существование. Вы в автомобильном бизнесе не первый год. Мы уже сколько делаем-то его. Эти передачи-то наши дивные. Дело в том, что, наверное, необходимо также было вырасти, стать
самому крепким бизнесменам и открыть свое новое место с такими же низкими ценами? Да, цены у нас низкие, то есть стараемся, уже не первый год работаем, стараемся выходить напрямую к дилерам, то есть Москва, Екатеринбург, Челябинск, чтобы без посредников, только за счет этого, получается, цены у нас низкие. Я бы хотел все-таки сказать, что вы не стали работать по принципу, взял у одного большого оптовика, скрутил там себе проценты, накрутил свою прибыль и все, то есть напрямую из Москвы. Да, работаем напрямую, как повторюсь еще раз, от больших дилеров, то есть можем даже дать фору пободаться и с местными оптовиками, то есть милости просим, можете приезжать с базаров, сделаем цену низкую. Отличный вариант. Но мы же все-таки работаем не только для оптовиков, да? Есть еще обыкновенные люди, которые раньше, допустим, будучи в вашем другом магазине, ничего страшного, было такое, теперь мы выросли, сталкивались с такой проблемой, что ну негде масло поменять. А как сейчас? Сейчас с этим никаких проблем, то есть все недостатки предыдущего места, где был магазин, учтены. То есть рядом буквально в 50 метрах открыли два бокса, меняем не только масло, отходим от этого, от экспресс-замены. Также машина может заехать, поменять фильтра, поменять лампочки. Если какие-то проблемы с двигателем, можно даже и вплоть до капиталки двигателя. То есть все делаем, все делаем. Ну и за вами тот самый стенд, который люди любят. Дело в том, что квадроциклы все-таки гораздо более популярны у тех, кто понимает, где настоящий адреналин живет. Матюль, самая какая у вас цена? Матюль у нас самая низкая цена, можете приехать, как бы убедиться в этом. Работаем напрямую с дилером с Екатеринбурга, то есть цены, ну, приезжайте, я говорю, как бы посмотрите, цена очень низкая, полный ассортимент, как посмотрите, полный ассортимент Матюля, что касается квадроциклов, снегоходов, машин, и по цене очень демократично, например, можно на автомобиль купить масло, ну, будет оно дороже на 200-300 рублей, например, чем Мобил, но качество, это я вам могу просто голову на сечение положить. У меня все машины, всех знакомых ездят, никогда не было никогда проблем. Хоть минус 30, хоть какая температура. То, что мы чпокнули конкурентов, и это правильно. Вы даже не представляете, сколько барыг бодяжит воду в нашем грязном пруду. Нагло, тупо парят не самых богатых людей. Парят с честными глазами. Но выбор-то у вас должен быть, как и мозги свои. И вот вам еще одна конкретная точка для размышления. Есть у истории начало, есть у улицы конец. Дело в том, что немного у нас улиц, которые начинаются с запада и идут на восток. Их всего две. Советская армия и улица Вокзальная. То есть Вокзальная начинается от конкурирующей фирмы и заканчивается здесь. Вот. То есть доезжаете до конца по Вокзальной, поворачиваете направо. Либо едете по, получается, Московской, и здесь вот на химчистке, поворачиваете уже налево, приезжаете в наш любимый магазин, который из вас не делает дураков. То есть, к примеру, купили вы здесь самое дешевое масло, и здесь без всяких дураков его за какие-то 100 рублей, вот здесь сервис рядышком, прям пройти-то недалече и поменяют. А время вы проведете здесь же, с пользой для дела. Особенно здесь ждут старых добрых клиентов. Дело в том, что у хозяина есть специальное деловое предложение. Старые добрые клиенты, все, кто помнит Руслана, приезжайте, вам сделают и еще более приятно, в смысле более приятные и более низкие цены.